Городской туристический слет школьников пройдет в субботу 27 сентября в пригородном лесном массиве Луги. Основные дистанции соревнований – пешеходная техника туризма и спортивное ориентирование. Всем участникам необходима подготовка, поэтому на базе Центра детского и юношеского туризма проходят занятия. И вот мы договорились с тренировкой, чтобы как дети все-таки подготовились к соревнованиям предстоящим, так как все-таки очень тяжело. Здесь необходима и физическая подготовка детей, и их желание, во-первых, то, что надо детей, чтобы они занимались туризмом. В дистанции спортивного ориентирования участникам нужно преодолеть расстояние свыше километра и обозначить на карте 5 контрольных пунктов. Пешеходная техника туризма состоит из 6 этапов. Самое сложное – параллельные веревки, навесная переправа и спуск с самостраховкой. Общее контрольное время для команды – 35 минут. У детей должна быть физическая подготовка. Это надо друг другу помощь, взаимопомощь. Здесь единая команда. Зависит победа от команды всей, дружбы и коллектива. Примут участие в городском туристическом слете учащиеся лицея Полесского государственного университета, трех гимназий и 14 школ. Состав каждой команды – 8 человек.